Под Севастополем впервые открылся международный молодежный форум «Таврида». Туда съехались 1700 участников из России и еще 60 стран. Каждый день форума посвящен новой теме в программе встречи с известными людьми, политиками, историками, представителями шоу-бизнеса. На молодежной площадке работает и делегация из Ненецкого округа. Всего 4 человека. Один из них – журналист газеты «Выбор Нау» Алексей Волков. Мы связались с ним по телефону, и вот что он передает из Республики Крым. Много очень людей известных приезжают на мастер-классы. Вчера мы прослушали лекцию Гербаренко, известного журналиста, на котором присутствовало очень много народу. Сегодня на форуме день предпринимательства, то есть бывают очень успешные молодые люди от 18 до 25 лет, которые заработали приличное количество денег и могут поделиться секретом успеха, ответить на вопросы. Сегодня, допустим, выступал Даниил Мишин, владелец сети хостелов в Москве и за ее пределами, который в 11 лет уже открыл свой первый хостел и, грубо говоря, к 20 годам заработал свой первый миллион. Ну, вообще такие встречи мотивируют молодых людей, есть чему поучиться нам. Каждый регион берет что-то свое.